Prema-nāmad-bhūtārtham śravana-pathakatoh kasya-nāmno mahimnah ko-vetvā-kasyo-vrindāvana-vipino-mahā-māturīśu-praveśa ko-vājānati-rādham-paramaraso-śamot-kāro-mādhūr-jasīmā Mekos Chaitanya Chanda Paramo Karunaya Sarvam Avishchakaro Prema Namad Bhutartham Sabana Pathagatoho Kasho Namna Mahimno Kovetva Kasho Vrindavana Vipina Mahamadhurishu Pravesha Koba Janati Radham paramas chamatkar madhur jasema Mekos chaitanya chandraha paramo karunaya sarvam avishchakaraha Gaurya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами такой Прабхупад Джагадгуру сказал Любовь и восторг которая проявляется ради служения Кришне, мы можем относиться к этому с почтением. Годя Гоштхипати, Сусила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, если любовь и восторг возникает между преданными, среди преданных, ради служения Бхагавану. В таком случае мы можем почитать, уважать это. Прежде чем приступить к завершению, я хочу обсудить этот момент. Гуру — это источник всей энергии в моей жизни. Необходимо почувствовать это. Если ваш Гурудев Рупануга преданный, Рагануга преданный, вы сможете почувствовать с помощью баджана сварупу вашего Гурудева. Никто не может познать его сварупу. Без баджана. В Упанишадах сказано, кто тот, кто получит милость, дикшу от совершенного ачарьи. Тот, кто находится в парампаре, только такой человек сможет познать Верховного Господа. Обычные люди не смогут. Тот, кто получил истинную инициацию от Махапуруши, Таттвагьяни, преданного, он сможет понять Шри Кришну. Тот, кто преуспел в Шабда Брамане и Парабрамане, если он не познал Шабда Браман, как же он сможет? Как же он сможет рассеять мои сомнения? Джива Госвами Пад говорит, если вы зададите вопрос Гуру Пад Падме, если не сможете получить должный ответ, основанный на шастрах, у вас появится сомнение, и вы падете. Поэтому говорится, что Гуру должен познает Шабда Браман, а также Пара Браман.
Он должен быть постоянно вовлечен в служение 24 часа в сутки, круглосуточно, говорит Прабхупад. Только такая личность может являться истинным гуру. Находится он на таком уровне, что никакие материальные беспокойства не могут коснуться его. Мы не можем совершать гауранга-пуджа без гуру-пуджи. Поэтому по правилам пуджи, прежде всего, пуджа предлагается гуру, затем гауранге. Затем, если есть божества Рада Говинды, мы предлагаем пуджу им. Без гуру-пуджи мы не можем совершать гауранга-пуджу, поклонение гауранге. В соответствии с этими стихами, без милости Гурупада Падмы. То есть, если я получу милость Гурупада Падмы, автоматически я обрету милость Бхагавана. Это несомненно. Суть в том, что поклонение гуру дарует мне все совершенства. Что же такое гуру-пуджа? Что такое поклонение Шигуру? Только лишь на день явления и ухода Шигуру? Нет. Постоянно должна совершаться она. В сердце искреннего преданного. Постоянно. Безостановочно должна продолжаться гуру-пуджа. Ученик такого уровня сможет перенять богатство сердца Гурупада Падмы. Возможно, гуру приходят тысячи людей и получают инициацию, принимают инициацию. Но главный признак совершенства — это постоянная гуру-пуджа в сердце. Это говорит о том, что сердце такого ученика полностью сгармонизировано с сердцем Гурупада Падмы. Они становятся едиными. Шрила Вриндаван Дас Такур Махашая пишет: тот, кто хочет пересечь этот океан материального мира без труда и броситься в океан бхакти, нектара, он должен поклоняться благостным стопам Нитая, совершать баджан Нитай Чаран. Таков совет Вриндавана Дас Такура. Если вы хотите легко пересечь океан материального мира и оказаться в океане нектара, необходимо поклоняться лотосным стопам Нитая. И также я часто повторяю. Если вы хотите пересечь этот материальный океан и если мой ум
привлекется харикатхой и киртаном, это станет решением. И нет другого решения, потому что лишь Шабда Брахман может спасти меня. Постоянно харикатха и киртан, как вчера я говорил. Если вы поймете сварупу дживы, изначальную сварупу дживы, в действительности все дживы в соответствии с Ведантой, Кунат Алагбат. В действительности все они также являются звуком, крошечные. Таким образом, обязанность дживы воспевать славу Шри Кришны, потому что сам Шри Кришна. Если у кого-то нет влечения к харикатхе и киртану, такой человек не сможет достигнуть успеха. В Удхава-гите, в Шримад-Бхагаватам сказано, Бхагаван Шри Кришна провозглашает, Наротам Дас Такур пишет много, описывает много вещей. Прабхупад говорит, что если вы испытываете любовь к Сакшат Бхагавану, такой же любовь, такое же почтение, вы должны выражать Гурудеву. Бхагаван Шри Кришна учит нас. Знаете, что Удава не меньше, чем я. Он не меньше меня. Он представляет собой ту же ценность, что и я. Потому что Удава же — это гуру. Таким образом, мы должны понимать, что Гурудев равен Бхагавану. Гурудев не меньше, чем сам Бхагаван. Если ученик думает иначе, допустим, кто-то получил дикшу у гуру, если он думает, что мой Гурудев не достиг того уровня, такого уровня. В таком случае его даршан гуру, его дикша, все это бесполезно, бессмысленно. Если он не понимает, что Гурупад Падма един с Бхагаваном, что он не отличен от Верховного Господа, в таком случае его дикша не может увенчаться успехом. Бхагаван Шри Кришна говорит Удава Махараджа. Гурудев — это Пракаш Мурти Бхагавана. Если я не думаю так, мы никогда не сможем повторять чистое святое имя, что говорить о Рупануга и Рагануга Баджане. Сам Бхагаван говорит нам, дает нам возможность совершать служение Шигуру. То есть он сам, Прабхупад объясняет, Шрила Бхактисиддханта Такур Прабхупад объясняет, что сам Бхагаван учит нас, обучает нас служению себе, приходя сюда в образе гуру, в облике гуру, как Гуранга Махапрабху. Вайрагья-видья, йога-йога, сикшартам-экам, пурушо-пурушо.
Все тайны бхакти-йоги, чтобы обучить им, Гауранга Махапрабху снизошел в этот мир. Сарасвати, все эти стихи полны расы. Но у нас нет ни рук, ни ног из-за наших аппаратов. Из-за наших анартх мы не способны это воспринять. Нет у нас рук, с помощью которых мы можем это принять. Очень глубинное значение сокрыто здесь. Гауранга явился в этот мир, предстал перед нами для того, чтобы обучить нас. Он сам Верховный Господь действует как гуру, изначальный гуру. И он показывает нам, как совершать рагануга бхакти. Я не могу быть зачислен в школу рагануга бхакти пока. То есть сам по себе гуру — изначальный источник. От гуру я могу снискать все богатства, все достояния. Нет таких секретов в мире баджана, которые истинный гуру не откроет ученику, не может открыть ученику. Суть в том, что мое настроение служения должно быть искренним. Я должен быть на 100% предан Гурудеву. И быть сердце мое должно быть едино с его сердцем. И тогда по его милости я обрету все. Другого процесса не существует. Все нисходит по милости Ачарьи, Гуру. Шраван, Киртан. Все, что бы я ни делал, Шраван, Киртан, то, как мы перевариваем знания, которые получаем, все это мы обретаем от Гуру. Без его милости невозможно осуществлять эти процессы. Обычные дживатмы полны анартх. Что можно объяснять им? Когда Гурупад Падма входит в Нитья-лилу, мы чувствуем большую потерю, потому что у нас больше нет глаз, чтобы видеть Шигуру, он больше не перед нами. Но советы его, его наставления вечны. Такие люди думают, что обычно материалисты думают, что если ушел Гурудев, ушло все. У них нет зрения увидеть его
присутствие. Мы забываем о том, что его сварупа, его наставления вечно присутствуют с нами. То есть он вечно присутствует в его наставлениях. Не вечны. Если душа полна анарт, если обусловленная душа, полная анарт, не видит перед собой живого примера, она не может обрести вдохновение. Когда же она видит образец, она может следовать. Если мы не чувствуем вечного присутствия Шри Гуру, мы можем сомневаться в его наставлениях. Разные люди понимают наставления Шри Гуру по-разному, в соответствии с их преданием. И они могут пытаться рассказывать вам ложную философию, и вы можете впадать в заблуждение, кто есть истинный представитель Шри Гуру. Шри Гуру Удава является представителем Шри Кришны. Он не меньше Кришны. Но это не означает, что каждый равен Гуру Деву, каждый равен Шри Кришне. Все зависит от ситуации. Насколько ученик следует Гуру Пада Падме. Это главная проблема в наши дни. Как я могу понять, что я получаю истинное знание? Глупцы не могут понять. Они не беспокоятся об этом. Они не обращают внимания на этот момент. Но мы должны понимать, что мы должны найти истинный, правильный источник, от которого мы получим истинное знание. Если же там какое-то осквернение, мы не сможем достигнуть успеха. И это главное. Поэтому я прошу, обращаясь ко всему миру, необходимо обсуждать истинную гуру-татву напрямую. Гуру-татву, вайшнава-татву. Нужно остановить все и продолжать обсуждать, говорить о гуру-татве и вайшнава-татве. В то время, когда мы поймем, осознаем гуру-татву, мы осознаем все. Обычные люди не обращают на нее внимания, и поэтому падение их происходит. Как только вы осознаете гуру-татву, автоматически фундамент заложен. Но сейчас никто не заинтересован в этом. Если я не понимаю, что Гурупад Падма вечен, я могу неправильно понимать его наставления, давайте ложные интерпретации его наставлениям. В таком случае все будет потеряно. Гурупад Падма. Чит-шакти. Он нитья. Но при помощи татаста-шакти он являет нам свою сварупу. И из-за этого мы не можем понять, что он вечен. Мы думаем, что он подобен нам. На самом деле, Гурудев в своей чит-шакти вечно существует в своей в вечной обители. Тем не менее, он являет нам свою сварупу с помощью татаста-шакти. Из-за этого мы думаем, он обычный человек. И много мы можем увидеть недостатков, что он якобы болен и так далее. Своям рупа или своям пракаш.
Поэтому Наратандас Такур хочет, чтобы мы поняли Гуру Рупу с левой стороны. То есть Наратандас Такур все время дает нам прямое указание, дает нам прямое указание, прямые наставления о Рупануга Баджане. Какую явил Рамачандра Кавирадж Лилу? Вчера я говорил об этом. Если Гурудев прольет на нас свою милость, Крипу, если Гурудев, Гурупад Падма, Расататва Ачарья прольет на нас свою милость, в таком случае все сомнения уйдут, и мы сможем понять все о Рупануга, Рагануга, Баджане. Те же, кто думает, что в наши дни нет такого гуру в этом мире, в действительности являются Майявади. Те, кто думает, что в этом мире сейчас нет такого гуру, возвышенного гуру, как же мы постигнем Шримати Радхарани? Как же я пойму, что Радхарани в таком случае является изначальным гуру, той, кто посылает в этот мир своих представителей? Если у меня есть материальное представление о гуру, все кончено. Итак, тот, кто думает таким образом, в действительности является Майявади. И мы должны тогда в таком случае думать, то есть это приводит нас к мысли о том, что Джагнат слаб, он не может послать сюда, в этот мир, ни единого своего представителя. То есть это мысль о том, что в этом мире нет возвышенного гуру, приводит меня к тому, что я начинаю думать, что Джаганнат слаб, он не может привести сюда своего представителя в этот мир. Это говорит о том, что я сам гуру для самого себя. Прабхупад очень часто говорил: не пытайтесь лечить сами себя. В письмах он говорит об этом. Не пытайтесь лечить самих себя. Потому что болезнь ваша может получить осложнение. В Вараха Пуране говорится, что нет других путей, нет более могущественного источника, чем Шри Гуру. Мы можем совершать Шраван Киртан. Потому что, как я уже сказал, Шраван и Киртан возможен, истинный Шраван и Киртан возможен только, если я обрету милость Ачарьи, Ачарья Крипа.
поможет мне совершать их. Потому что Ачарья Парамкаруна Майя, то есть он невероятно милостив, несравненно милостив. Ачарья вечно существует, а также его милость. Даже если Гурудев скрылся с нашего видения, я всегда имею возможность обрести его милость. Если же я теряю свою надежду, вместе с этим теряется мой баджан, прекращается мой баджан, и все превращается в маеваду. Поэтому в прошлый раз я хотел обсудить этот момент. Нараджи Махарадж говорит, вы должны следовать этому. Когда Гауранга Махапрабху приходит в этот мир, чтобы обучать нас, Бадха-дживы в оковах майи живут как в темном колодце. Мучукунда говорит, редкая человеческая жизнь. Шрила Бхактисиддханта Тхакур описывает это в Санкиртане. Получив редкое человеческое рождение, мы растрачиваем его впустую. В утренних киртанах Шрила Бхактисиддханта Тхакур описывает это. Сатсанга, ложная сатсанга не даст нам никакого успеха. Капат сатсанга, лицемерная сатсанга не даст никакого блага. Махапрабху с помощью своей лилы заставляет нас понять следующее, что мы хотим воспевать Кришнанам в саду-санге, в сад-санге. Определенно, саду-санга настолько могущественно, никаких потерь не может быть на пути саду-санги, но проблема в том, что мы не можем совершать истинную саду-сангу, то есть неизбежный успех сопутствует саду-санге. Те же, кто, прослушав миллионы, тысячи лекций Харикатхи, и до сегодняшнего дня, до сегодняшнего момента они в плачевном положении, я не могу дать никаких гарантий за них, потому что это говорит о том, что они лицемерные. Они капат. Те, кто совершает сатсангу, когда я задаю вопросы саду, саду отвечает.
естественным, то есть это совершенно точно такая личность, вопрошающая, обретет мангал, то есть мангал означает бхакти. Мангал переводится как нечто благоприятное, и тут речь идет о бхакти, потому что для нас лишь одно благоприятное в этом мире — это бхакти. И в этом стихе говорится, что несомненно, несомненно придет бхакти. Это не так, что... Ну, в общем, этот процесс не должен быть лицемерным. Гуру Кишор Баба однажды очень строго сказал Сарасвати Прабхупаде: «О, мой Прабху, не пытайся обучать...» О ком-то он сказал, его читание Бхагавати. Он просто делает свой бизнес. Когда он говорит «Харикатху», он ставит большую тарелку для пожертвований, так, чтобы все ему жертвовали, собирает деньги таким образом. Все это он делает для того, чтобы лишь собрать деньги. Все, что я получаю от тебя, я готов заплатить за это. Если я не могу заплатить, я не могу взять ничего. Такова Сиддханта Прабхупады. Если вы готовы что-то дать от своей любви, пожалуйста, Махарадж, возьмите. Если я не могу отплатить вам, я не могу взять. Те, кто не зависят, независимо от учения, лечения ачарьи, а повсюду ходят, кто может помочь им? Иногда такие вот личности ходят то тут, то там, и в соответствии со своими, как хамелеоны, меняют свой облик в соответствии с ситуацией. Нужно, как в Чайтанья Бхагавате, Чаритамрите приводится этот пример. И я не готов следовать никому, кто не в линии с Прабхупадой. Я хочу обрести прямые осознания. То есть сухая философия нам не нужна. Мы заинтересованы в прямых осознаниях. И тот, кто не зависит от совершенного ачарьи, который является совершенную сиддханту, ему лучше уйти во внешний мир, потому что иначе он все осквернит вокруг себя. Иногда мы можем как-то доказывать, то есть... Иногда люди честность и какие-то благие качества принимают за чистую преданность, но в действительности чистая преданность ничего общего с этим не имеет. Если кто-то провозглашает себя моим духовным братом, почему в сложный момент, когда у меня столько служения, он не приходит мне на помощь? Потому что сейчас он не может получить никакого уважения с помощью этого. Ему нужны деньги и так далее. Но будьте внимательны. То служение, которое вы совершаете без анугати, без гуру и вайшнавов, на самом деле, без связи с гуру и вайшнавами, это просто бесполезное омовение и так далее. Все это бесполезно, если вы не в связи с гуру и вайшнавами. Почему бы вам просто все не... То есть необходимо просто прийти и слушать харикатху. Почему? Для чего вы бегаете тут и там? У меня нет сладостей для вас. Вот моя ошибка в этом.
Возможно, вы можете найти во мне много недостатков. Но, то есть у меня нет для вас сладкого расагулы, нет сладостей, только горькая правда. Так иногда сладкие слова, иногда мораль, иногда честность принимается как чистая преданность, но чистая преданность ничего общего с этим не имеет. Если вы посвятите себя Вани Севе, служению, наставлениям Шри Гуру, как я уже говорил, те, кто посвящает себя огню Санкиртана Яги, предают себя этому. Во время Гуранги Махапрабху осуществлялась Санкиртана Яги. То есть Прабхупад вновь это принес сюда, то, что было у Чайтаньи Махапрабху. День и ночь сейчас со всеми компьютерами, с нашими технологиями. Сможете ли вы то же самое совершать? Сможете доказать, что у вас есть такое влечение к Вани Севе, какое обладал Прабхупад? То есть все условия мы можем для вас создать. Сможете ли вы доказать, что у вас есть такое влечение к Вани Севе? Если у вас есть любовь к Гуру Махараджу, Гуру Пада Падме, во всей своей жизни я никогда не хотел использовать имя Гуру Пада Падме. Я всегда лишь хотел. То есть я никогда не хотел использовать имя ни одного из представителей моей Гуру Варги. Я никогда не хотел использовать имя и славу моего Гуру Махараджа, Прабхупада или Кешава Госвами Махараджа, Шридхара Госвами Махараджа. Никогда. Я только лишь хотел обрести милость, их милость, через обсуждая их учения. Их сиддханта — мое сердце. Поэтому я никогда не думал, что он не мой Гурудев, тот не мой Гурудев. На самом деле, вся Гуру Татва едина. Если Гуру Татва едина. Представители ее могут быть разными. Поэтому всех представителей Гуру Варги я почитаю. Если я люблю моего Гуру Дева, я должен любить Гуру Севу. Если это не так, должна быть какое-то лицемерие в этом. Скрыто. Если у вас есть любовь к Прабхупаде, почему же вы тогда не готовы говорить абсолютно истину? Потому что вы боитесь, что люди могут вас
напасть на вас. Но позвольте им сделать это. Пусть они делают, что хотят. Прабхупад говорит, тот, кто не на 100% предан лотосным стопам Шри Гуру и Бхагавана, не может говорить абсолютную истину. На Бенгале Прабхупад говорит это. Пока стопроцентное предание лотосным стопам Господа не произойдет, всемогущего Господа, такая личность не сможет говорить абсолютную истину, не обретет такого могущества, потому что все могущество, вся сила, энергия не сходит от Нитьянанды. Нитьянанда говорит, ты можешь купить меня. Я обещаю, что я помогу тебе пересечь материальный океан. Очень легко, даже если кто-то, как Джагай Мадай, разбили голову Джагай Мадая, какой милость он пролил на них. Даже после этого он старался принести благо Джагай Мадаю. Мы постоянно должны думать об этом. Думать, почему? Даже после того, как голова Нитьянанды была разбита Джагай Мадая, тем не менее, он настолько милостив, продолжал помогать им. Как он сказал Махапрабху, это аватара милостива. У тебя только одно оружие тут, санкиртана. Никогда такой милостивый аватар мы нет несравнима эта милостивая аватара. Нет больше таких. Мы настолько удачливы, что Гауранга обучает нас. Каждая его лила, каждая игра, каждая речь, все это урок для нас. Особенно через Санатна Шикшу и Рупу Шикшу. Через Рай Рамананда Самват. Он обучает нас. Абсолютно все учение принес читанием Махапрабху. Поэтому кто сможет понять зигзагообразную прему Шримати Радхарани без милости Махапрабху? Авишкар — это то, что вечно присутствует. Кто может понять отношение Рады Говинды? Только те, кто познал славу Вриндавана. Кто познал сладость Мадхурию Вриндавана? Кто может войти в Раса-таттву, во Вриндаван?
кто может кто бы смог понять Шримати Радыку Махабава Сварупини. Кришна обретает полное удовлетворение с помощью Шримати Радхарани. Даже в Южной Индии люди не понимают. Они думают, что вот Лакшми Нарайна — это хорошо, поклоняться им хорошо. А Радху с Кришной не понимают. Если бы Махапрабху не явил эту игру с Рай Раманандой, как бы мы обрели это знание обо всем вышесказанном? Если бы Махапрабху не рассказал Санатна Гасаю, Аджива Татве, Бхагавата Татве, Шакти Татве, как бы мы познали это? Как бы мы узнали о Раса Татве, если бы Махапрабху не говорил с Рупа Госвами? В этой беседе абсолютно все он открыл о нашей цели, о цели, которую необходимо достичь Бхатхадживе. Если удача будет сопутствовать ей, она сможет достигнуть прему Бхатхадживе. Поэтому Махапрабху говорит, с помощью этой шлоки он говорит нам, что если вы хотите снискать высочайшую удачу, необходимо понять любовь Шри Кришны. Любовные отношения Шри Кришны. Он мой, тот мое высочайшее прибежище, кто дарует мне бхакти расу, которая недостижима даже для Брамы и Шанкары. Когда бы мы ни взглянули на Гаурангу, когда бы мы ни услышали Гауранга, постоянно, наверное, воспевает Харинаму Махамантру. Когда кто-то предлагал поклоны Гауранге, как, например, царь Пратапарудра очень хотел увидеть лотосные стопы Гауранги. Но как это возможно? Гауранга никогда не встречался с Матаджи и царями, наверное. Тогда царь решил поехать на слоне. И издалека увидеть Махапрабху. И он увидел Махапрабху и чуть не упал от премы. Чуть не упал со слона. Это не шутки.
Мы должны петь этот баджан. Он мое единственное прибежище, тот, кто распространяет эту расу, недоступную даже для Брамаджи. Если у вас есть емкость, я могу дать бхакти-расу. Нет у нас ничего. Хорошо, я тебе и емкость дам, и расу. Когда такое возможно? Даже в Кришна-лиле недоступно это. Несмотря на то, что Кришна очень милостив. Но не была проявлена такая возможность. Никогда он не думал, что вот это мои, это чужие. Абсолютно всем была распространялась прямо. Давать или не давать. Подождать, через какое-то время я могу ему дать. Нет. Особые привилегии, особые преимущества, особые скидки были раздавались во время Махапрабху. Но мы не хотим совершать баджан, и Наротан Дас Такур пишет: не пытайтесь избегать совершать баджан. То же самое говорит нам делать Рупа Госвами Пад. Ум, речь должны быть задействованы в служении, должны стать едиными. Наротан Дас Такур говорит то же самое. Как я уже сказал, без Радхарани никто не сможет контролировать Шри Кришну. Без Радхарани никто не сможет контролировать Кришну. В Писаниях сказано: колоссальное влечение, жадность. Это должно быть такая жадность, что без этого я умру, как Рагунат Госвами поет. Шанкар, Шеш, они не могут понять, это редчайший вид бхакти, эту тайну, это таинство. Когда Кришна и Баларам играют на флейте, все полубоги, в том числе Брахма, и так далее, приходят и думают, что же это за тайна скрыта в этом, что нас так влечет этот звук. Они приходят в Кокилаван. Эта лила происходит именно там. Она до сих пор происходит там. Кришна и Баларам играют на флейте. И все полубоги, Брахма, Шанкар, приходят туда. Шанкар Бхагаван — это Натарадж. Он знает, как танцевать. Он очень сведущ в танцах, в науке танцев и пения, наверное. И он думает,
о, как же, что это за песня такая, то есть он не понимает, он поражен танцем Кришны на головах Кали. Все полубоги поражены. То есть он с определенным ритмом танцует. В этом материальном мире невозможно найти ничего подобного. Потому что сам господин искусства танца танцует. Бесконечные миры. Какие бы искусства ни существовали в бесконечных мирах, господин всего этого Кришна, он мастер всех искусств, а Радхарани его господин. Теперь вы можете понять превосходное положение Шримати Радхарани. Кто является Радой Пранабанду? Это Кришна Шьямасундар. Думаете, это шутки? Чтобы обрести такую прему, необходимо понять Рай Рамананда Самвад, Рупа Шикшу, Санатана Шикшу. Гурупад Падма говорил: «Баба, тот, кто не познал, не изучает Санатана Шикшу, Рупа Шикшу, они слепы, ничего не знают. Возможно, они что-то запомнили, заучили. Но истинная према сева может осуществляться только под руководством Браджа Ватху. Терпение Шримати Радхарани несравнимо с самими Гималаями. Оно бросает вызов самим Гималаям. То есть оно настолько велико. Смирение Шримати Радхарани. То есть Гималаи, они настолько велики по своим выдающимся качествам и размерам, что ничто не может сравниться с ними в этом материальном мире. Но, тем не менее, если сравнить с этим терпение и смирение Шримати Радхарани, это похоже на шутку, потому что смирение Радхарани настолько велико, что не может сравниться даже с Гималаями. Только Радхарани может сковать Кришну. Вот
кто может еще контролировать Кришну? Радхарани, Гуру Кришны, Гуру бесконечного мира, потому что она с полным смирением. Каковы обязанности Радхарани? Ее, она осуществляет служение Шри Кришне, но главное — даровать нам милость Шри Кришны. Самое главное, что она хочет распространить бесконечную милость бесконечным дживам этого мира. Это ее единственные обязанности. Мы концентрируемся, хотим слышать о лилах, которые проходят в кунджах, для того, чтобы развивать наши грязные желания. Мы должны молиться Рагунанда с Госвами, как маленькая птичка, которая пьет лишь капли кристально чистой воды. Есть много-много воды в этом мире, много источников воды, но она пьет лишь ту кристально чистую воду. Так молится Рагунанда с Госвами. Порой он плачет, плачет и плачет. Он постоянно плачет, молясь от всего сердца. Пожалуйста, Гандхарвика, когда ты начнешь считать меня частью твоей группы? Жизнь за жизнью. Я жду этого. Если ты милостива, пожалуйста. Только лишь по твоей милости я могу снискать это. Другого пути нет. Долгое-долгое время я жду этого. Иногда Рагунанда с Госвами, иногда Рупа Госвами, иногда Санатан Госвами. Всех их так молятся, мы должны понять их молитвы, в которых сокрыты очень таинственные, то есть сокровенные вещи. Вчера я говорил, приводил примеры из Рай Рамана Самбад и Читан Чаритамриты, где Рай Рамана Самбад дает финальное заключение. Что необходимо следовать процессу, этому процессу, данному описанному здесь, под руководством Браджаваси. Для того, чтобы снискать лотосные стопы Шри Кришны, нет другого пути. Махапрабху дает пример. Те, кто хотели снискать служение Шри Кришне, не могли. В конце концов, они родились во Вриндаване и тогда обрели это. Субтитры
Мы хотим следовать этим Браджагопи в точности. Мы хотим следовать по их стопам. То же самое говорит Махапрабху в разговоре с Рарамананда. Они испытывают глубочайшую каму, глядя на длинные руки Кришны, подобные змеям. Они хотят, чтобы он обнял их этими руками. Спутники Кришны. Дарует наслаждение Шри Кришне. Кришна совершает игры с ними. На Вайдимарге мы не можем обрести, с помощью Вайдимарги мы не можем обрести Враджендранананда Шри Кришна. Как я уже говорил об Гопала мантре, Камбидж, Камгайтре, вчера все это я объяснил. Сейчас Рай Рамананда провозглашает. Шукадев говорит Парикшит Махараджу. Кришна доступен для Браджаваси. Они очень легко могут его обрести. То есть они уже обрели его. Они развили колоссальную любовь к Кришне. И Кришна точно такой же любовью обменивается с ними. И гьяни, карми, брама дараши, татва гьяни. Я сейчас не говорю о тех, кто совершает баджан, а о тех, кто, о ком говорил Рупа Госвами Пад. Это для них невозможно обрести, то есть для таких выдающихся личностей, которые совершают колоссальные аскезы, но для легко доступно для Браджаваси. Их према приняет Кришну очень легко.
Поэтому нам дан совет, наставление, конечное наставление. Даже наш Бхактивинода Тхакур пишет об этом. Я должен принять прибежище Расика Вайшнавов и ждать с полным терпением. Возвращайтесь вновь и вновь к предыдущей Харикатхе, слушайте, слушайте и пытайтесь переварить это, осознать. С помощью Сиддхадехи в уме, то есть в конце концов преданные обретают васту ситхи, оставив свое тело. Сейчас уже объяснялось это, говорит Махарадж прежде. Попытайтесь вспомнить это. Таким образом, без служения Гуру Варге, не приняв прибежище у Гуру Варге, невозможно обрести, осознать любовные отношения Радхи и Кришны. Не следуя Браджа Гопи, те, кто совершает баджан в настроении Айшварьи, не могут обрести этого. Кто может снискать такое совершенство? Доступно лишь для Браджа Сундари, для Браджа Гопи. Даже райские небожители, женщины, не могут обрести этого. Лакшми, сама Лакшми не может обрести это. Такая удача сопутствует лишь Гопи во Вриндаване, там и нигде больше. Что такое према?
Рупа Госвами Пад описывает это. Я просто зачитаю. В этом материальном мире все временно. Ты и все корыстно. Ты любишь меня, тогда и я люблю тебя. Но если моя собственная выгода нарушена, тогда вся любовь разбивается на части. И Рупа Госвами Пад объясняет, каково значение премы. Между Радой и Говиндой могут быть бесконечные причины, по которым према разобьется, прекратится, но тем не менее она только лишь возрастает, возрастает и возрастает. Никогда она не сможет, то есть она никогда не будет нарушена, никогда не будет разбита. Вишна Чакраварти Пад пишет в своем киртане. Я приводил примеры о том, о красотейшей матери Радхарани, о ее очаровательной фигуре, о ее мадхуре. В сравнении с Чандравали, она превосходит Чандравали во всех отношениях. Так или иначе, это игра. Во Вриндаване постоянно соревнования между группой Чандравали и Радхарани. Чандравали, Радхарани плачет. А Чандравали хочет забрать Кришну к себе в свою группу. Из-за этого Радхарани плачет. Как же утешить Радхарани? Лалита и Вишакха не могут утешить ее. Они пытаются изо всех сил, но ничего не выходит. Они сходят с ума, пытаясь помочь ей. Затем Шайбья Падья. Гопи из группы Радхарани ругают их, забрали нашего Кришну. То есть это все совершенно, потому что все это для служения Шри Кришне происходит. В нашей жизни мы также видим, что между чистыми вайшнавами осуществляются какие-то сражения, то есть ссоры какие-то. Шрила Бхактисиддханта Мадхава Госвами Махарадж. Внешне мы видим, что они совершали какие-то игры, то есть были в противоречиях с Бхакти Виластиртхой Махараджи. Он сказал, я хочу установить храм на месте явления Шрилы Прабхупады. Любыми силами я должен это сделать, прежде чем установить этот храм, он оставил этот мир. И мой Гурупад Падма остался здесь. Он такой Махапураш, всю жизнь он служил. Ну, внешние какие-то соревнования были, но не пытайтесь занять ничью сторону, потому что когда слоны дерутся, маленькие насекомые, если встревают,
слон, в общем, раздавит эту мошку. Мы превратимся В общем, нас больше не будет. Таково правило, не занимайте ни одной из сторон. Иногда Рагхунат Дас Гасай спрашивал, откуда у тебя такой огромный горшок йогурта? Ему отвечают, что я сходил в Сакхистали, то есть имеется в виду место Чандравали, а он и тот говорит, выброси это, выброси, я в жизни не стану этого брать. Она забирает у Радхарани, у моей Радхарани Кришну, и она плачет всю ночь, а ты ходил туда, чтобы... А листья, наверное, листья там собрал и тарел в ее месте, в ее кунже. И он выбрасывает эти листья, и потом постится, и через три дня только он чуть-чуть йогурта принял. Никакого чапати, сабжи, риса. Однажды Рагхунат Дас Гасай был немного болен. Позвали юридического доктора. Все преданные беспокоились, как это он заболел. Доктор потрогал его пульс. Сказал, о, вчера он сладкий кхир ел очень много. Все окружающие говорят, что за глупости. Он раз в три дня 50 миллилитров йогурта выпивает, и все, больше он ничего не ест. Доктор говорит, я уверен. Это правда, что я говорю. Я потрогал, протестировал его пульс. Он ел очень роскошный просад ночью. И у него спрашивают, что доктор такое говорит. И Рагхунат Дас Гасай говорит, да, вчера я готовил параманию сладкий кхир в уме и предлагал Радхи и Кришне, а затем я принял этот просад, и вот сейчас несварение. Мы думаем, это все какие-то выдумки. Вы не понимаете, что я хочу сказать. В трансцендентном мире попытайтесь понять. С помощью веданты нет времени сейчас это объяснять. Поймите, что нет разницы между тем, что на практике, и тем, что в уме, ментально и практически нет разницы. Как один браман на берегу Годавари в уме готовил сладкий рис и решил проверить, остыл или нет, и обжег палец, физически обжег, несмотря на то, что он в уме готовил рис и проверял. А Нараян в Дхаме с Лакшми Деви смеются. Вот посмотри, мой преданный готовит. Когда бы чистый преданный не готовил сладкий рис, или что бы он ни делал, любой Махапуруша может приказать Виграхе, Радха Говинде или Горахари, любому божеству. Любой Махапуруша, подобный Кешава Гасвами Махараджа, Бхакти Прамод Пури Гасвами Махараджа, Шридхар Гасвами Махараджа, когда они дают приказание, заказ художнику, скульптору изваять божество, будьте уверены, что Виграха самопроявлена. Когда в их уме Виграха возникает, это означает, что она уже установлена. Как Рамананда Прабху Парампуджибаш Шридхар Гасвами Махарадж служил, делал Шингар,
совершал для установления божеств. Когда Прабхупад зашел в алтарную комнату, он увидел, что уже все установлено. И когда он зашел туда, он увидел, что уже божество уже вошло, то есть Господь уже жизнь в божестве, то есть Господь уже вошел в это божество. И потом он рассказал, что если какое-то божество установлено непреданным, так называемым преданным, Виграха не обладает жизнью, у него нет жизни, потому что только по приглашению Махапуруши Кришна принимает служение в форме Виграхи. Это очень важная сиддханта. Это об этом говорит Рамануджа Ачарья. Он объясняет, что любое божество, установленное наполовину преданным, так называемым преданным, или так далее, и так далее, мы не должны принимать прасад от такого божества. Даже если божество было установлено Махапурушей, потом он ушел. То есть, если уходит Махапуруша, после этого много волнений происходит. Осквернение в поклонении, в готовке для божеств, ссоры. И тогда Виграха может уйти из божества. Имеется в виду, сам Кришна может покинуть это божество. Рамануджа Ачарья объясняет это. Если много беспокойств, Виграха не может терпеть этого и оставлять данное божество. Рамануджа Ачарья говорит еще более важное нечто. Если у божества, в божестве нет жизни, но вновь Махапуруша какой-нибудь предложит дандават, тогда, чтобы принять этот поклон, жизнь приходит в божество. Господь входит в божество. Он просто вынужден прийти. Как, например, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шридхар Госвами Махарадж, когда предлагают поклоны. То есть, просто глядя на то, как они кланятся, мы можем так многому научиться. Они, сердца их плавятся. Какое превосходное бхакти в сердцах их. Понимаете? Любые препятствия, любые волнения, которые чувствует Радхарани. Кришна совершает много хитростей. Он играет такие двоякие роли. И это есть према. Что вы подразумеваете под снехой? Рупа Госвами объясняет. When there is one lamp of love, a lamp is increasing its, you know, glamour. After that, когда taking such a form, the heart going to melt off. Лампа светит ярче и ярче, все вокруг начинает плавиться от температуры огня. И вот это называется снехой. То есть лампа имеет в виду огонек. Что вы подразумеваете под маном? Есть очень хороший пример. Когда Чандравали забирает Кришну,
Радхарани, готовая к встрече с Кришной, ждет его в кунже, а Кришна не приходит. И Радхарани начинает злиться. Ман просыпается в ней. Есть очень много разновидности маны, наверное. Мадхурья према может возрастать, становится рагой, анурагой, бавой, махабавой. Наука духовной жизни. Стадии духовной практики могут постепенно возрастать. От шрадхи до анартханивритти, с нишхи до бхавы, от бхавы до снехи и так далее. То есть постепенно развивается. Когда према достигает своего совершенства, она принимает, когда огонек премы, огонь премы освещает Кришну, достигает совершенства своего и достигает своего объекта премы. Вишая — это сам Кришна. Муджала Ниламани и Рупа Госвамипад объясняют. Превосходство Кришны дарует новый и новый вкус, который прежде не был испытан. Может быть, какая-то причина к этому, иногда ее не может быть, может не быть. Когда снеха переполняется сладостью, когда Кришна начинает понимать то, что никогда не замечал прежде, arising out of love jealousy. Impossible to explain.
То есть это возникает от, ревности, любовной ревности. Это сложно объяснить. Например, когда Радхарани видит, что Кришна танцует со всеми, она испытывает ман, испытывает ревность, очень сладостную ревность. Она думает, Нандана мой, Шьямасундара мой. А он играет со всеми, танцует со всеми, я не могу стерпеть этого. Когда Кришна приходит поздно ночью, поздно вечером, она также в мане, в гневе, в таком гневе, что Кришна не может успокоить ее. Он оправдывается. Я был вынужден пойти туда-то, туда-то, потому что меня пригласили к Чандравале. Там была Калипуджа. Они пригласили меня, а я был вынужден туда пойти. И Радхарани говорит, да, ты провел настоящую Калипуджу в своей жизни. Убирайся отсюда. Я не могу видеть твоего лица. Вот это ман. Во Вриндаване есть Манасаровар. Кришна молится у лотосных стоп Радхарани, пожалуйста, прости меня, но Радхарани не отвечает. Это другой вид мана. Удата мана, лалита мана. Сложно это понять. Удата мана, Чандравали, всем понятно. Ман, затем праная. Праная означает. Рупа Госвами подпишет. Висрамбхам пранайохо прачати будхай. Ман, when going to get a dense form, когда ман сгущается, принимает форму Вишрамхи, полной реальности, ощущение полной веры. Это праная. Джива Госвампад пишет о Вишрамхе следующее. Без Джива Госвампада, то есть никто не объяснил. Никто бы не объяснил. То есть он объяснил, что хотел сказать Рупа Госвампад. Когда мой Кришна и я, то есть я и Кришна не отличные, мы полностью единые. Когда ман достигает высочайшего проявления, в это время скромность, стеснение полностью удалено, и это становится пранайей. На этой стадии премы не остается разницы между телом, умом, речью, разумом Радхарани и самим Кришной. Баба, Радхи, она сливается воедино, наверное. Lalita, Visakha, they are coming out from Radharani. That
Лалита Вишака нисходит от Радхарани, когда я говорю это, необходимо помнить, что бесконечная Хладини Шакти Шри Кришна дает энергию на это. Противоцелое, полное противоцелое Кришны. То есть что же такое анурага? Много-много подразделений существует. Сейчас невозможно для нас это обсуждать и понимать. Когда Кришна постоянно перед глазами Ашрая, рага, постоянно свежа становится, возрастает, и постоянно нава принимая различные формы. Когда, например, вы понимаете, что вы тот же самый, но в новой форме, то есть в новом теле, как бы себя по-новому видите, то есть тот же самый человек, но в той же форме, в той же самой, в той же самой форме, как Кришна. Например, он видел Радхарани в Кусумсароваре, на Кусумсароваре, где все саки манджари собирали цветочки для поклонения Сурье, Сурья Деви, Сурья Нарайны. Кришна встретился с ними, но потом, приняв омовение, он опять встречается с Радхарани и понимает, что это уже новая Радхарани. Это анурага с новым совершенством проявляется. Когда праная достигает высочайшей степени, никакие проблемы не могут причинить боль сердцу. Как в своем киртане Бхактивинода Тхакур пишет, что любые проблемы, которые приходят в мою жизнь, из-за любых проблем, никакие проблемы не смогут меня остановить на моем пути служения. Шри Госвами Пад приводит пример. Рупа Госвами Пад приводит пример. Посмотри, Саки, на настроение Радхарани. Как летом пылающее солнце, жгучее солнце, самое жаркое время года. Месяц Вайшакхи и Джешта еще более жаркий. Очень жарко в это время. И Саки Манджари говорят, посмотри, посмотри на состояние Радхарани. Она под солнцем пылающим. Она ступает по камням Говардханы, которые накалились под солнцем. Они стали как огонь, к ним невозможно прикоснуться, но Радхарани идет по ним для того, чтобы встретиться с Шри Кришной,
Она не чувствует, насколько горячи эти камни. С полным вниманием и любовью она идет на встречу с Шри Кришной. Насколько мягки лотосные стопы Радхарани. И это есть рага. Рага также может быть разделена на несколько проявлений, на два. Красноватая и синеватая. Не могу привести примера. Теперь анурага. Рупа Госвами подпишет. Когда рага, с помощью раги вы можете испытывать все окружающее вас новым, то чувствовать, что, как Радхарани, видя, глядя на Кришну, чувствует, что это Кришна, которого я никогда не видела прежде, или когда Радхарани наряжается в новые одежды Ниламбара, цвета Ниламбара, он думает, что я никогда не видела прежде. Это проявление анураги. Бава и Махабава за пределами объяснения, описания. Радхарани, несмотря на то, что она сидит на коленях Кришны, она не понимает, где Кришна, и падает в обморок. Несмотря на то, что она сидит на коленях Кришны, она падает в обморок из-за разлуки с ним, думая, что я лишилась Кришны. Это непостижимо, невозможно объяснить. Вы можете воспринять это как нечто материальное. Когда анурага достигает совершенства, это может быть испытано только благодаря анураге или какой другой бхаве. Когда анурага пример. Радика — воплощение Махабавы. То есть Радхарани — это Махабава Сварупини.
Махабхава – это Радхарани, а Радхарани – это Махабхава. Она верховная энергия Хладини. Проявляет себя в восьми сакхи. Лалита, Вишака, Читра, Индулёка, Чампакалата, Ранга Деви, Тунга Видья, Судеви. Это восемь сакхи Шримати Радхарани. Радхарани распространяет Mahababa is also of two types. One is Rura Baba, another is. Также есть восемь видов Махабавы. Adi Rura Baba. When you can. Rura Baba, когда вы думаете, что. Rura Baba, you can remember yesterday I was singing very nicely. Yesterday. Говорил, что во время Гопи-гиты, когда Радхарани покинула танец раса, все гопи стали искать ее. И в конце концов, Санатана Госвами прекрасно объясняет это. Те гопи, которые думали, чьи мысли не отличны от Кришны, кто-то стал представлять себя Бал-Гопалой, кто-то Путаной, кто-то держал якобы холм Говардхана. Это Руда Баба. Они думали, что мы сами Кришна, представляли себя Кришной. Ади Руда Баба доступна только Шримати Радхарани. И на нашем уровне невозможно этого понять. Кто может понять Брахмара Гиту? Мы сейчас полны камы и анарт. Если мы... То есть, если такие люди начнут читать Брахмара Гиту, они умрут и не смогут ее понять. Удава Махарадж... Сам Удава Махарадж сошел с ума от этого. О, Боже, что это? Я никогда не думал, что такое возможно. Он думал, что как я посмел думать, что я могу давать им какие-то советы. Я также люблю Кришну. Кришна, ну что за любовь моя в сравнении с их любовью? Радхарани, обезумев, долгое время ждет Кришну. Она не разговаривает, а затем, как безумная, она начинает говорить: «Эй, не прикасайся к моим стопам, ты копат». Она разговаривает со шмелем. «Я знаю, что ты посланник Шьяма Сундара, не прикасайся к моим стопам. Я не хочу слышать ничего от тебя».
Я хочу прекратить любые разговоры о Кришне. Уходи, уходи отсюда, убирайся. Кто может понять это? Необходимо достигнуть этого уровня, забыть о теле, уме, о всем, что связано с телом. Рагануга бхакти, рупануга бхакти, не шутки, это серьезные вещи. Гаурангети, гунарнавети, расорупети, санама приети, асрантам мамаджалпатаджани, риям джаядити партхаи, када сауре гауре бапуси, парама према расаде, садекка прани нискапатакита бхава осми бхавита, када ва тасья, алоукика саданумананина мамо хриди, акасмат, радха падо накамани, джатирудгад, Уддам, дам, накадам, ганабхирам, арам, рам, авирам, гхита, нам, карунна, дам, канага, чалагаура, дам, чайтанна, нам, парамам, калаяму, дам, манча, калпадурвасе, кепасинда, бхавача, патитананг, павана, бхавишна, бхюнам.